Каждое буднее утро. С 7 до 9.30 утра. С 9 сентября. На телеканале Айс. А я сказала, ты уже с 9 сентября. В студии телеканала Аист идет запись промо-ролика для утреннего шоу «Барабан». После трехмесячного отпуска программа возвращается в эфир, но уже в обновленном формате. Изменится не только оформление. Кроме хорошо знакомого лица ведущей Дины Гадельшиной, иркутский зритель увидит несколько новых. Мой новый соведущий Алексей Каюков. Прошу любить и жаловать. Всем привет. Очень приятно. Спасибо, Дина, что представила. Очень приятно работать на вашем телеканале, вступить в вашу команду. Я думаю, все у нас будет очень позитивно и здорово. Еще одна пара ведущих – Алена Малышева и Стас Новиков. Для них это дебют на телевидении. Алена и Стас признаются, в новом амплуа пока не освоились. Но создавать позитивное настроение даже в самое хмурое утро они умеют. Мы хотим сделать то, что у нас происходит на радио. Происходит, во-первых, такой коллапс, и многое не попадает в эфир. То есть на радио нет картинки, поэтому можно не бриться, можно не краситься. Можно не краситься и не бриться. На самом деле мы хотим просто создать легкий утренний когнитивный диссонанс. Смотрите «Барабан». Кроме новых лиц, телезрителей ждут и новые рубрики. В «Будьте здоровы» расскажут, как можно себя вылечить без лекарств. А «Говори правильно» поможет вспомнить школьную программу по русскому языку и вообще пополнить культурный багаж. Увидеть и услышать другой «Барабан» можно будет 9 сентября, включив телевизор в 7 утра. Мария Князева, Александр Мокин, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.